Всем доброго времени суток. И еще раз всех наших дорогих дам с прошедшим праздником. Дай Бог, чтобы каждый день у вас был праздник. Мы выходим на прогулочку. Вернее, Ювеналь уже на прогулочке. Московское время 7:30 утра. Вот они. Доброе утро. Доброе утро. Вот они. Посмотрите, что творится. Я вышел на порог. Ой, тише, тише. Дайте, я иду к вам. Я к вам иду. Вот, вот это счастье, чтобы люди... Маэстро Бахне, утро доброе. Так, да. Вот это счастье, люди добрые. Когда кто там пищит? Когда ты выходишь, и твои питомцы бегут к тебе. Вот это счастье. Что может быть лучше этого? А когда ты возвращаешься с работы, твои дети к тебе бегут. Вот для чего и ради чего мы живем. Ну, пойдемте на прогулочку. Привет, Боська, привет, родной. Так, все. Граф, все. Я понял. Я понял. Пойдем. Все, понял, граф. Да, Босик, тебя тоже понял. Да, мой хороший. Привет. Ну, подожди, босс, завалишь. Так, у нас завтрак райскими яблочками. Ювеналь, давай, многие гадают, давай еще покажем поближе, что за яблочки у нас. Это не шиповник. Нет, это яблоки. Посмотри, дикие какие. Дикие яблочки. Райские яблочки это. Малюсенькие. Да. Ну, любят. О, смотрите, что творят. Лордик. Ювеналь. Леди, посмотри, куда залезла. Пожалуйста. Посмотри, чтобы не прыгнуло, главное, сейчас. Только этого не хватало. Ханчика сегодня повезем на рентген. Не кладет он лапку, к сожалению. И не больно, не пищит, но... Сегодня повезем. Пойдемте, леди, пойдемте в круг. Кома, иди сюда, Кома. Давайте. Лорд. На прогулочку. Графчик все жует. Лорд. Где он? Вот он, на диванчик сейчас пойдет, да, свой? Вот он на диване. Не. Давай, малыш. Граф. Идиот, чуть не сбил меня. Граф, ты не можешь без этих прыжков? А сейчас босс тебе это покажет. Посмотрите. Нет. Так? Нет. Видите, терпел и показал свои зубки. Все, босса разозлили, смотри, он всех гоняет с утра. А где леди? Вот леди уже. Леди полностью встает, чтобы вы понимали. Леди, иди давай, пока я его держу. Вот он, самурайчик, завел босика, завел. Как мне нравится утренняя их игра. Все выспались, энергии много. И на леди, она от них не отходит, смотрите. Видите, пару дней и все. Вот она играет, вон девочки отдельно. Ой, молодец. Молодец, Буська. И вот они за ним. Правильно, куда вожак, маэстро Бахне, туда и остальные. А где эти малюсики? Вон, она... Вон, лордик у каминной, у двери каминной. Блин, как же, вот на это можно стоять, просто смотреть и смотреть часами, никуда не ехать. Да, Ювеналь? Как они играют? Кто там? Вот она, что-то утащила. Что она взяла? Губку, поролончик. Губка. От дивана это. Бурета. Она же полностью в стае, она уже адаптировалась. Смотри на это. Мы своего добились, маэстро Бахне. Все хорошо.
Слава Богу. Вот и, вот и девочка. Давай, давай. Вот и лордик. Да. Да иди играйся, идите играть. Вот так. Ух ты, ураган. Ну смотрите, как он аккуратно прыгает. Вот все говорят, граф такой, граф дикий. Обратил, да, Ирина, как он аккуратно, чтобы их не задеть. И маленький мой, мой хороший. Умный он пес, умный. Но не забывайте, что он еще ребенок. И пусть пока побалуется. А дальше не переживайте. Мы в рамки его быстро возьмем. Посмотрите на эту Эсамбаеву. Опа. Елена Эсамбаева у нас уже, смотрите. Опа. Не поцарапает она свой глазик, не переживайте за это. Ветки не такие уж толстые. Она тоже не дурочка, она понимает, куда и как прыгать. Зря вы так думаете, что собаки глупые. Они умнее многих людей. Да, спусти, пожалуйста. Иди сюда, да сломай ради них ветки. Шутка, леди добрая. Ага. Ивина, знаешь, как сделать? Потряси, пожалуйста, или там ручкой помоги. Сорви вот так, да. Вот так пусть они едят. Вот, вот. В детстве, помнишь, мы тоже фруктовые, Ивина, в детстве фруктовые деревья трясли вот так. Кто-то забирался. Кто шустрее, да. Причем все едят, посмотри, я не могу понять, что это за яблоки. Хорошо, только босс не хочет. Вот, бить яблоко возле босса. Вот возле босса он теперь. Да, Боська, не хочешь? Чего, Боська? А, Боська. А, кстати, о чем я хотел поговорить, люди добрые. Пока мы готовились к концерту, пока мы готовились к празднику, все ответственно, и пару каких-то людей не хочу... Ой, как потряс, Ивинали. Пару каких-то людей, вот вы смотрите, а я буду вам рассказывать, чтобы интереснее было. Пытались что-то про меня сказать. Я еще раз повторюсь, без имен. Если я прошу куда-то что-то отправлять, то это должно быть так. Не люблю обман и чтобы меня вводили в заблуждение. Я к этому же примеру скажу вам так. Вот я буду делать так, как раньше делал, молча и тихо, не афишируя. Вы меня просите о чем-то, я делаю, а потом пытаетесь в чем-то обвинить. Ну и где же справедливость? Ну если не умеют люди правильно говорить, договаривать, как есть, как было, то я в этом не виноват. А если виноват, то я сам решу свой вопросик. Поэтому, еще раз повторюсь, это тот же самый пример. Когда люди работают с госорганизациями и пытаются эти деньги своровать каким-то образом. Естественно, и эти деньги не доходят до цели. Поэтому у нас и дороги ломаются. И строительство не очень важное. Не хочу ни в коем случае задеть всех строителей, потому что есть совестные строители, и которые работают. Каждый пытается что-то оторвать. Как считаются легкие деньги? На самом деле легких денег не бывает, за них нужно будет отвечать. И поэтому, когда многие работники, в том числе строители, пытаются эти бюджетные деньги как-то цапнуть в сторону, есть для этого правоохранительные органы. И потом возникают большие проблемы. К чему я привел этот пример? Вот если мы что-то отправили туда, то деньги должны дойти туда, до цели. Если они не доходят, мы сделаем... Да, то придется нам вмешаться. Так и было, мы вмешались, и все было отправлено и сделано четко, как сказали. По-другому быть не может. Мы не позволим, чтобы нас вводили в заблуждение. То же самое вы не знаете, просто был диалог с врачом и с ее мужчиной. Все было возвращено, все отдали обратно. Все эти средства были направлены в приют. Почему в данный момент деньги не отправляются в приют? Потому что я обещал, и я сказал, что они должны дойти до ремонта. Так что, дорогие друзья, прошу вас всех, исключительно всех, не писать мне в комментариях про помощь той или иной организации, тому или иному приюту. Я и так это все делаю на высшем уровне, и мне виднее, как это лучше сделать. В частности, я понял одно, что много блогеров просто не то что халявщиков, они благодарные люди. А неблагодарных людей мы от себя, Ювенали, держим подальше, на расстоянии дистанции. Мы-то ничего не потеряли. Поверьте мне, мы ничего не потеряли. Но многие потеряли кое-что. Даже сидим и говорим,
хороший человек, хорошая собачка, да? Конечно, рядом да. с нами, вот в этих домах новых, может арендовать домик и как раз нашими собачками позанимается. А оказалось, не так. Сказать одно, а потом я узнаю, что это все выставляется. Ну, хайпуйтесь, как говорится, хайпуйтесь. Хайпуйтесь, пока мы с Ювеналием добрые. Поэтому эту ситуацию, пожалуйста, не мусольте. Она закрыта. Давай закроем, да, давай. Это я уже минут 10 просто снимаю, а до этого ты еще и гулял. Ну, видишь, ну они... Сколько градусов, Ювеналь, сегодня? Что-то рука подзамерзла у меня, я так не ожидал, честно говоря. Так что, дорогие друзья, прошу понять нас и больше не писать в комментариях, не звонить, ни в телеграм-каналах по поводу помощи. На этом мы ставим точку. Мы как с Ювеналием делали, так и дальше будем продолжать делать. Да, тихо, спокойно. Я извиняюсь, и не было никаких вот этих неприятностей. Да. Вот эти разные советы, которые они не нужны. Да. Ты делаешь добро. Помог, никто не знает. Да, спокойно, да, да. На душе спокойно, что ты сделал и никому это не сказал. А то здесь помогаешь и еще пытаются тебя очернить. Да, еще претензии имеют. Какие-то дармоеды что-то делают и тебя пытаются за счет этого еще очернить. Ну, странно как-то. Ой, ой, красавцы, ой. А может их кормить только яблок? Ну там витамины, они видишь? Это мясо не кушают. Я знаешь, у меня рука замерзла, но я не могу оторваться от этой съемки. Эти большие яблоки, которые мы кушаем, да? Да. Им они не так. Они едят их, только не так вкусно не едят. Так вкусно, как бы, не так аппетитно. Да, да. Вот. Но здесь витамины, наверное, какие-то. Ювеналь, они, может, еще кисленькие, может, что-то в организме у них не хватает. Не, я думаю, они какие-то, они уже. И заморожены. Особые. Райские яблочки, так же называется. Райские яблочки. Блин, все вместе, не агрессивные. Маэстро Бахне, я, наверное, зайду домой, потому что я два пальца на правой руке не чувствую, три на левой. Все, всем до свидания. До встречи, друзья. Хорошего дня, еще раз с прошедшим праздником. Хорошего, бодрого, позитивного дня вам. Не забывайте о зарядке. Все, я пошел монтировать и выставлять ролик. Помните, я вам рассказывал, как Ювеналь за ним гонится, чтобы его поймать. Закрыть Валерия. Вот обратите внимание. Смотрите, что он творит. Так, главное не упасть. Вот так любит бегать, играть. Опа, опа. Вот он здесь. Ну что, доигрался? Пошли. Пошли забегать. Завануха. Артур, пошли. Закрой. Артур, аккуратно, не посередине, да, по правой стороне. Маэстро любит собак. Маэстро, не хочешь познакомиться? Что ты говорил без камеры? Я говорю, чуть-чуть шугаюсь. Он вот смотрит, видите, он смотрит, думает, такой большой, здоровый, накачанный. А сам-то Артур тоже не маленький. Красивый очень, очень красивые глаза, нереально. Два здоровяка встретились. Умные глаза, посмотри, какой очень, он умный. Как тебе его? Я просто хотел бы, чтобы, знаешь, ты что-нибудь спел, и подхватит он или нет, интересно. Только не через стекло, брат. Извини, но я тебя боюсь, я тебе честно. Мы познакомимся, я тебя научу, как знакомиться с собаками, и ты больше собак бояться не будешь. Да, меня в детстве укусила моя собака. Меня тоже кусала, я поэтому тебе и говорю, меня тоже кусала, так что не переживай, я сейчас все сделал. Я же профессиональный собачник стал. Да, хочу профессию свою поменять, брат, и стать собачником. Ты уже вот, смотри, какой красавец. Я всю жизнь им был, брат, всю жизнь. Посмотри, как он стойкий стоит, Артур, посмотри. Очень красивый. Посмотри на него. Он недоволен, да? Не, он недоволен, что мы его не запускаем. Да, 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 да. Он хочет с тобой познакомиться. Это же блогер у нас, получается, он, понимаешь? Это да, его да, канал. Да, да, да. И он думает, что я всех пригласил, все спели, а меня не запускают с маэстро познакомиться. Он же видит, тоже талантливо чувствует. Да, уши, да. Мы познакомимся попозже. Это тоже хочет. Не, этот не зайдет. Сейчас. Запускай. Запускай. Открывай, открывай, открывай. Артур у нас тоже собак любит. Вот она, девочка. Вот моя девочка. Запускай. Все, их. Обрати внимание, у них шар. Пожалуйста, я
боюсь. Я, говорит, боюсь. Посмотри, у них шерсть, Арт. Мясо убери, Арт. Смотри, что это хулиганит. Дальше. Дальше, дальше убери. Потрогай шерсть у них, Арт, как человеческие волосы. Это русская борзая. В свое время цари такими собаками очень взятки красивый. Брали, представляешь? Земли выдавали на Руси. Блин, очень красивый. Очень. Я первый раз их вижу. Еди, 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 еди. Ты что там делаешь? Они очень красивые, высокие такие. Еди, еди, еди. Они кушать хотят. Ну, брат, они едят в день один по килограмму мяса. Им много тоже нельзя. Они худые не из-за того, что они голодные, а структура. Смотри, какая засранка. Посмотри, посмотри. Смотри, этот что делает? Ходит сюда. А этот заходит сюда. Да, девочка. Попроси Артура, попроси дядю, попроси дядю. Что, мне мясо? Не, посмотри, как она прыгает-то. А зачем ей заниматься? Артур, они развивают скорость 60 км в час. Посмотри, этот как открыл. Видишь, он сам дверь открыл. Не надо отпускать, я прошу. Не переживай. Юнак, возьми его за поводок. Я честно говорю, я боюсь. Не подойдет мне, слушай, я же не буду издеваться, слушай. Нет, я же понимаю, что такое страх, когда человек не привыкший. Это знаешь, сколько глупые люди могут сделать так, когда человек боится, да, они специально подводят собаку и говорят, на, так нельзя. Пойдемте на улицу, пойдем. Идите, вон там лучше, ребята, пойдем, туда, пойдем, туда, пойдем. Сюда, идите. Я знаю, что хотел, Ювеналь? Артур, когда чтобы спел голосом, и граф как отреагирует? Сейчас, подожди, он привыкнет к графу? Какие они, блин, красивые. Ой, ты что, это золото, это не собаки, это что-то с чем-то. Фи ты моя красавица. Фи ты моя девочка. Мясо, ты да? Мясо хочешь, да? Ты мясо хочешь? Такое ощущение, как будто ты голодная. Так, так, так. Юнар, они когда кушали? Я их только мозг обнил. Только пока. Смотри на нее, посмотри, как она позапрыгает. Так, Арт, пострахуй, чтобы она на спину не упала. Нельзя, конечно, нельзя. Пусть сами видят, что не могут взять и все. Артур, только спину страхуй, чтобы это они, не дай бог. Посмотри на нее, она как обезьяна лезет. Арт, страхуй ее, Артур. Кого? Маленькую, рыжую страхуй, рыжую. Забери, да. Не дай бог упадет, я с ума сойду. Посмотри, Ювеналь, покажи. А ты мои сладкие. Ты мои сладкие. Да? Вот так спокойно погладь. Ну, тычек я не боюсь, конечно. Знаешь, что какой-нибудь этот бензин, она что-нибудь. Посмотрим, они как отреагируют на песню, на звук. Ну, не песня, а звук. Давай. Пусть наши подписчики тоже услышат, как ты беза. Не обижай, любовь мою, единственную ты. Скажи мне, я тебя. Что люблю. За видео? Я у ног твоих, не обижай, любовь мою, не разделяй мечты. Единственная, быть можешь, только ты. Эй, красавчик, как они слушают. Они успокоились. Посмотри, как слушают они, да. Не обижай, любовь мою. Посмотри, обнимаются. Единственную ты, скажи мне, я тебя люблю. Я у ног твоих, вы не хотите кушать мясо, мясо ведь мое. Идите на улицу, ешьте свою еду. Серёж, спасибо за песню. Спасибо, спасибо. Спасибо за песню. Ох, смотрю. Да, успокоились. Колыбельная. Вот смотрю на мясо и реально не тянет. Первую неделю сложно было, а вот сейчас смотрю на мясо так спокойно. На посту поеду. Я тоже спокойно. Я спокойно смотрю и спокойно еду. Ты да, на здоровье. Тебе надо. У тебя музыка, у тебя концерты, у тебя затрат большой энергии. Тебе это необходимо. Я на самом деле много мяса не ем. Очень редко. Поэтому мне пост держать. Да, ну заметно. Ты вообще кушать не любишь, я заметил, да. Я таким родился. Родился ты серьезным. Спасибо. Я очень много, очень много. Кстати, во время поста можно яйца кушать? Нет, конечно. Нет? Ну, я очень много, я каждый день ем по 3-4. Ну, тебе для голоса это? Нет, это просто... Витамины. Это, то есть, сырые ты имеешь в виду или... Нет, вареные. Вареные? Да. Отварные. Хорошо, все, мы пойдем Артура кормить. Угу. Остался у меня, беседуем, поем. Все для вас, дорогие женщины. Да, все для вас, дорогие женщины. Вечерние игры у нас.
Ювеналь, вообще не кормишь ты их. Вообще. Одни ребра видны, Ювеналь. А нет, там у нас зоопсихологи, эксперты говорят, что ты их вообще не кормишь. Сколько они, килограмм едят каждый, да? 4 раза по 250 грамм. 4 раза по 250, плюс лакомства, десерты фруктовые. Ну, хаш они больше едят, Ювеналь. Хаш они почти по 350 да, делают. Ух ты, гвилиганга. Красавчик наш, это ухо, да. Ищи, да? Она с этим ковриком сливается. Да. Этот коврик даже на этом, как его. Плиткой на стене тоже. Да. На и ухо. Ага. Ох. Пилот, да ты ух чего? Ты! Может это питбули тоже, Ювеналь? Не знаю. Посмотрим. Какой характер будет. Пока еще не знаю. Зубки чешутся, у них зубки чешутся, Ювеналь. Ну я даю кости. Все нормально. Костями? Да, ну вот так тоже эта игрушка. Смотри, смотришь, как чешется. Да, я приближу ее. Смотри, как она. Тряпки, да, я боюсь, мама, сейчас залезу. Водички попить-то хотя можешь. У Лиди вкуснее. Смотри, там и там, смотри. Какая, вот. С какой миски? Какой вкуснее? Носик у него, носик красивый. Разбойница она все. Она шустрая вообще. Она да. Хулиганит по полной. Балуем поэтому, не знаю. Эй, леди. Эй, ледички. Ледички. Поправи ухо, пожалуйста, не знаю. Как этот, как поросенок. Вот эта девочка. Она ему не дает, смотри, сейчас он. Ух ты! Ага, сейчас, по идее, заведутся. Это игра. Это игра питбули, Ювеналь. Опа. Опа. Тихо. Нельзя. Что за беспредел? Оба с характерами. Я вот так могу сидеть сутки и наблюдать за ними. Вот так просто сидеть, смотреть вина за ними. Как они растут, играются. Ух ты какая! Атакуешь меня? Кстати, давай, да, кости дадим, пусть погрызут на ночь. Идите сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди сейчас вам вкусняшку принесут. Решили побаловать. Смотрите, как они прыгают сюда. А ну давай, прыгай. Встаю. Не, ну не было. Разбегаются, прыгают об эту штуку. Бьются. Кто там пришел? А? Хулиганка? Встречаешь меня? Ай, хулиганка, ты меня встречаешь? Как он красиво сидит, да, Ювеналь? Да. Положи туда, положи на пол не клади. Да. Мы же здесь ходим просто. Давай. Вдвоем одну взяли, да?
Приятного аппетита. Погрузите, погрузите. А потом она возьмет обеих костей и вставит. Она забирает? Нее, да. А он что, не может у нее забрать, да? Ну, он же джентльмен, смотрит со стороны. Они вчера тоже так сделали. Я вчера не видела. Потом я пришел и отдал ему отдельно, потому что она хулиганит. Нельзя, нельзя хулиганить. Люди нравятся, когда едят наши питомцы. Да, поближе сниму, пусть едят. Смотри, она как держит двумя этими лапами. Лапами? Она молодец, да, она придержала. Она умница у нас вообще. Умненькая девочка. Держит лапкой, смотрите. Держала лапкой. Вот он тоже лапкой придержит вина, видишь? Он двумя лапками придерживает, кушает. Вот так должно быть. Ну, по природе, да. Юнай, попробуй погладить, посмотрим на агрессию пищевую. Посмотрим, рычит, чтобы отучили. Что, мои хорошие? А, цемент, слава богу. Нет, агрессии. А ее, Юнай? Не знаю, сейчас посмотрим. Девки, они могут даже показать характер. Нет, все, слава богу, нет. Все нормально. Для меня это важный момент. Не бойся, леди, это я. Или морда сладкая, на ее морду сладкая, посмотри. Мордочка моя сладкая, девочка. Сильно сладкий. Нравится им, да? Да, смотри, как грызут с кайфом. Да. Зуки чешутся тоже. Конечно. Это немного мивная? Не, нормально. Да нет, там много, нету много мяса на этой кости. И что, они вот эту кость полностью съедят? Нет, только вот сверху вот это мясо и все. И вот это ж, это вкусняшка. Пожили. Да, а так кости не, они не могут это. Они же еще маленькие. Это баранина. Да. Им по барабану, хоть баранина, хоть и говядина, они не стесняются, они кушают. Правильно. Организм растущий, пусть кушают на здоровье, растут. У нас раз характер. Не хочет это, не хочет это. Они нормально. Смотрите, как она выкручивает. Чего она так кушать, я не могу понять. Ты чего, хулиганка? Да показывайте. Нужно же так посмотреть, Юна, а? На это можно смотреть вечно. Ну так, они где-то полчаса мучаются, и все, спокойно спят. Ну, зубки чешут, десны чешут, у них же зубки молочные. Кости тоже очень оставляют. Что, зуб, что кости? Не оставляют. Не, я понял, что ты не оставляешь. Оставляю, потому что если без присмотра, они начнутся... Бодраться могут? Ну, конечно, что тут. Тем более за кость. Хвостик под зернусь. Смотри, какие они сладкие. Тужится что-то с чем-то. Смотрите, вот сверху смотрите, видите, какой у него животик. Пульненький, 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 пульненький.
кушай на здоровье. Они, когда и большие, тоже самые видны кости. Что они? Даже когда большие, тоже кости видны. Ты лучше об этом не говорить, Вина. Сам не объяснишь это. Многие даже, чтобы ты понимал, эту породу не знали про эту породу. Ну их тоже через чуры самые кормить тоже нельзя. Нет, конечно, вообще собаку нельзя. Нет, на самом деле, пока молодые, пока щенки, их можно кормить. Им надо, например, 4 раза, по-моему, поменьше, чем много давать. Ну, 4 раза по 250 грамм, это получается килограмм. Это только живого мяса, они живого, говорят, только мясо едятся. Правильно? Плюс лакомство, плюс кисломолочную продукцию, сухой корм они едят, альфа-буль тоже у нас неделю раз. Ты им уже давал сухой корм? Маленьким. Маленьким? Ну, я даю им не альфа-буль. Не альфа-буль? А такую? Которые альфа-буль большие. А, гранул, гау, да, точно. У нас и для щенят. Все, кушайте на здоровье, мы пошли дальше.